Всем здоров, с вами Айсрок, я играю в Alan Wake American Nightmare. Это я уже второй раз добрался до кинотеатров на Springs вроде. Ну, кинотеатр для любителей, короче. Играл я очень давно в Alan Wake. Да, это вроде перезапуск мира, не память не изменяет. Так, а мне нужно поднять ключ от генератора. Вот он. Берем ключ. Теперь нужно восстановить питание. Припасы. Эта сучка села. Нет, ну хай стоит. Хватили. Так, идем дальше. Так, что у нас тут? Херасик тут. Ну, еще это прилетело. Гениально. Садись. А, все, очко мне. Как эти скилбы. Эта тварь. Так, все, очко мне. Теперь точно. Как-то быстровато. Ой, это опять вниз аж спускаться.
это перец. Да, это ванна, наверное, самая большая была за все локации. Хотя все три локации. Камень. Открываем. Вот штурмовой винтовка. Вот М16. Возьмем М16. М-очка явно получше будет. Замечательно. Эта локация повторяется, так что это ничего нового. Открываем, берем. Что? Так, пожалуй, нужно вроде бы... Нет, нет, не этот. Ну не этот. Дурно. Это включай. Вот, это включи. Вот. Газовый. Ух ты, бляха, муха. Ладно, скрипт выстрелом взять. Немножко. Ой, в меню уже немножко. Так. Тихо-тихо. Фух, куда теперь идти? Бля. Опять. Ну,
верну манускрипт уже 30 из 53. Вон там дырка была. Входим в дырку. Сюда, да, вот все. Теперь нужно войти в кинопроектную. Со снега лупца. И ты. Получай. Ух, отбился. Время пополам. Только что в этой игре нет апгрейдов. Так бы были получения оружия. Допустим, фонарика. Это было классно. Так, кинопроекторная вот она. Нахуй надо начать темный фонтарь. Ну где они? Посмотрел выпуск на этой же локации, знать, мне их просто нужно фонарем. Тихо. Сзади убийца. Бежи ты, конь!
Есть. Неужели? Одна есть. Второе, быстро излучай так. Ну, дайте зипушки. Патронов гамочки уже маловато. Надо скрипка 31. Воу-воу, чувак, полегче. Все, есть. Теперь нужно зайти в кинопроекторную. Код доступа. The champion of light knows that the time itself is about to end. At least for him, he can feel the dead end rushing towards him. But there is time to act. Incomplete or not, he has the weapon. I have the whole thing. Maybe it's enough. The time, buddy. You should just lie down and die. Let me take over. This is the only thing you've got coming to you. From here to eternity. No matter how many times you come back. Time folds back on itself. Again, his senses scream as the very impossibility of what is happening assaults them. But the champion of light endures.
closer. Each time, another detail falls into place. Now, the trap works against the Herald of Darkness. Ладно, думаю, хватит. Прошел тогда. Один выпуск. Ну, пожалуйста, ставим лайки, комментируем, подписываем на наш канал. Будем знать, что вы смотрите. До скорых встреч, с вами был Айсфрог.